Привет всем! Некоторые не очень опытные пользователи ПК рано или поздно приходят к тому, что им нужно узнать, какая видеокарта стоит на их компьютере. В данном видео разберемся, как это сделать. Способ 1. Диспетчер устройств. Зайдите в диспетчер устройств. Сделать это можно одним из следующих способов. Нажмите на этот компьютер правой клавишей мыши и выберите «Свойства». Затем в левом вертикальном меню выберите «Диспетчер устройств». Зайдите в панель управления и выберите «Диспетчер устройств». Нажмите WinR на клавиатуре или выберите «Выполнить» в меню «Пуск» и введите devmgmt.msc и нажмите «Ок». После того, как вы зашли в «Диспетчер устройств», два раза кликните по вкладке «Видеоадаптеры». У вас отобразится название вашей видеокарты. Способ 2. Сведения о системе. Нажмите WinR или выберите «Выполнить» в меню «Пуск». Введите MS-Info32 и нажмите «Ок». Откройте вкладку «Компоненты» и перейдите в «Дисплей». Имя – это и есть название вашей видеокарты. А вот объему ОЗУ в данном способе я бы доверять не стал, так как у меня отображается 1 ГБ вместо 6. Способ 3. Дополнительное программное обеспечение. Здесь подойдет любая программа, способная выдать информацию о системе, например, CPU-Z, AIDA64, PC-Wizard и так далее. Рассмотрим вариант с программой CPU-Z. Если хотя бы немного знаете английский язык, перейдите на официальный сайт программы, ссылка в закрепленном комментарии, и скачайте классическую версию Setup English. Если же с английским языком совсем беда, то можно скачать неофициальную версию с русской локализацией. Ссылка также в закрепленном комментарии. Скачайте, при необходимости установите или распакуйте и запустите CPU-Z. Перейдите в раздел «Графика» или «Graphics». Тут о видеокарте куда больше информации. И название, и изготовитель, и ревизия, а также объем, тип и поставщик памяти видеокарты. В официальной версии программы на английском есть еще больше характеристик. Кодовое название видеокарты, техпроцесс, TDP, то есть требования по теплоотводу, и частоты памяти. И на самом деле я бы рекомендовал пользоваться официальными версиями программ. Надеюсь, что данная публикация помогла вам узнать, какая видеокарта стоит на вашем компьютере. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео. И, кстати, пишите, какая видеокарта у вас.